тряпочки. Мы тупили вот этой аппаратов дошлатой ваты. А теперь мы вам будем показывать, как можно с этого чудо-аппарата сделать очень красивую вату, то есть несколько цветов. Для этого нам понадобится целлофановые пакеты, сахар. Пачки закончился. И три красителя пищевых. Так, каждый пакет мы добавляем по две ложки сахара, да, я? Я сама хочу. Нет, давай, я насыплю. Давай, я насыплю, ты будешь мешать. Сама хочешь? Только полные ложки сыпь. Высыпай. Одна. Еще одну давай. Я пока пакетики подготовлю. По две или по три? По две, наверное, да? Нет, давай по три. Давай по три. Сделаем много ваты. А давай по... Давай, третью высыпай ложку. Давай по четыре. Не, по три. Все, один готов. Давай следующее. Полные ложки только сыпь, дочь. А если не хватит? Хватит. Нам все хватит. Все. Так, это готово. Еще один пакет. Давай на стол просто высыпем. Нет, сюда. Мы сейчас будем красить. Зачем ты? Давай, я сам сделаю. Нет. Краситель буду добавлять, это сетиль. Нет, краситель нет, надо... Нет, папа, ты будешь выдавливать на ловочку. А ты будешь мешать, да. Нет, а я буду добавлять и мешать. Так, первый краситель. Что? Отдайте мне пакет, который вам не нужен, а то ничего не видно. Он мешается. Давайте показывать, сколько вы добавляете красителя. А сколько там надо? Ну, не знаю, сейчас... Хочу. Подожди. Я сама хочу. Да не надо, говорю. Пожалуйста. Подожди, аккуратно, папа пускай. Так. Стой. Сейчас будем экспериментировать, пробовать. Я мешать буду. Подожди. Я мешать хочу. Сейчас папа попробует первый пакетик, потому что мы тоже это делаем в первый раз, да? Я не знаю, сколько надо, да, красителя точно. Получается. Классно. В принципе, да? 5 капель для столько сахара, ну, для 3 ложки, 5 капель красителя, это очень даже достаточно. Он получается слегка влажно-мокрый. Папа. То есть 5 капель. Не дави. Не дави, все, этот закрываем. Я сама теперь хочу. Сейчас, подожди, я домешаю этот. А ты лучше довяжи, Еве дай, а ты следующий, наверное, делай, да? Нет, она следующий. Сама его хочет делать. Ладно. Поэтому первый получился вот такой вот красный. Да. А я следующий. Так, аккуратно, ты помни то, что они очень красятся, поэтому это... Переворачивай сначала, переверни. Да. Сначала переверни тюбик. Раз, пять капель. Два, три. Три, четыре, пять. Все. И я это... еще мешаю. Подожди, сначала не торопись, дочь. Подожди, папа завяжет пакетик тебе. Пальцами не продырявь, а то все руки будут оранжевые. Ну а пока Ева делает этот, мешает, я пока... Нет, я потом следующий. Сама! Тогда я... давай, папе. Ну, пожалуйста. Капельки. Я капельки добавлю, а ты будешь мешать. Только аккуратно, Ева, смотри, пакетик очень тонкий, он может продырявиться. Давай, ты синий тогда делай, а я желтый буду делать. Ева чуть-чуть не может еще в силу своего возраста нормально перемешать, поэтому я помогаю ей. Какие яркие цвета. Самое главное, она пытается и делает это. Не, Евочка, он так может сейчас лопнуть, поэтому... У тебя руки синие будут. Стой, да. У тебя уже руки синие. Ты уже, наверное, подырявила пакет. Поэтому лучше давай папе отдадим. Вот нет. Такой желтый будет еще цвет. И сейчас я синий Евин доделал. Он мне поможет делать пакетики. Просто не совсем маленький. Ева, ты уже пробовала делать сладкую вату? Конечно, то-то нет. Как? Только мы с обычного сахара, расскажи. Мы же делали.
только с белого сахара, когда у нас красителя еще не было. Да. Когда только купили, помнишь, пробовали просто сделать. А это мы решили показать, как с разноцветного сахара. Вот это у нас желтенький, классный и синий. Все, так, это не трогаем. Это да. Лежит здесь. Че, я пошел тогда включать камеру. Камеру. Совсем папа. Машинку. Так, руки сюда не суем. Машинку надо включить на 5 минут. Папе, я смогу подождать. То есть, чтобы она разогрелась, сначала надо включить ее. Голову туда не засовываем, потому что там все нагревается. Пальцы туда я тоже не суем. Так, мы засекаем тогда время и ждем 5 минут, правильно? Да. Ну что, машинку мы разогрели. Сейчас мы добавляем сахар. Начинаем с желтого сахара, да, Ев? Да. Дай мне ложечку, тут горячо. Подожди, тут горячо, извини, я тебе не дам. Потому что тут машинка горячая. Мы ее раскалили до определенной температуры. Да, желтый кладем. Потом вот эти. Подожди. И заводим ее. Вот сейчас посмотрим, какую он нам вату. И еще, кстати, в подарок шли вместе с этой машинкой. Вот такие палочки специально, да? Чтобы вату мотать на них. Когда вата придет? Сейчас посмотрим. А, это прям не то, что это прям так на улицу. Ну, я не знаю, когда вата пойдет. Ты тоже не знаешь, как. Мы ждем, ждем. Она нагревается еще раз, сам сахар нагревается, и ждем, пока он начнет превращаться. Не так надо. Надо подождать, потом выточить, потом сахар добавить и мотать. Наверное, долго нагревается, потому что он с красителем, да? Да. Вот только сейчас он пошел накидывать. А почему белая? Какая белая? Смотри, желтая. Вау, вот это фото! Да. У нас получается настоящая цветная вата, Ева! Вот это фото, офигеть! Офигеть просто! Да, меньше вот так прям на кончик надо, наверное, делать, потому что она будет маленькой, да? Обалдеть! Матушка заканчивается? Матушка не заканчивается? Нет, она вон, видишь, все летит и летит. Оттуда, да, пап? Конечно. Ты дальше подождать, когда Ну что, теперь мы добавим синий сахар и посмотрим, что получится с синим сахаром. Будет у нас оттенная тогда, эта вата. Я палочки уже убрала особо и острый. Так как сахар мокрый, мы не просушили, к сожалению, она не получается пышная, но... Палочку давай. Давай эту снимем. Папа, надо одеть. Ну, надо другую намотать. Как она, видишь, не мотается.
то сейчас синюю не увидим вату. А желтую пока можешь съесть. Покажи подписчикам, какая получилась желтая вата, и кушай ее. Желтую покажи, и можешь скушать. Вот это желтая вата. Палочку мы сняли, Ева просто убрала остальные, мы не можем остальные намотать. Вообще, она белая получается немного пышнее. Она и это сейчас получится пышнее. Так как мы сахар только намочили, сахар получается мокрый, мы не можем душно. Это как его, ну, душно. Хорошо, чтобы она делалась. Надо, чтобы зеленый. Сахар высох. И тогда будет зеленый. Хорошая вата получаться. Вкусная мне, пап. Вкусно тебе? Да. А ты зеленая, пап. Ну, вообще синяя была. Ну, она синяя. Ой, ну она... Ой. А потом классно буду. Будем на вторую палку сюда наматывать. Пап, тут у нас очень черная получилась. Классный сюда наматывать на эту палочку. Да, ты хочешь, чтобы и вместе вы. На это? Да. Все, она больше не пойдет. Почему? Еще идет. Если там быстро не успеет намотать, то... То она получается... Вот так на кончик надо намазать. Она горит. Угу. А это пытаюсь съесть. Но это нужен профессионализм. О! А так как профессионализма нет. Папа, пошла синяя. Да. Это потом это была зеленая, это синяя. Потому что она смешалась с желтым и получилась зеленая. Там у нас остался желтый сахар. Смотрите, да? Вот такая. Да. Вот это зеленая. Ева, вкусная вата цветная. Просто офигеть. Это я тоже съем. И теплая такая. Ах, такая теплая. Синюю съем. А у Евы синий рот от красителя. Давай. Покажи язык. О, вот это да. Тут везде эта вата летает. Папа! Папа! Включил? У меня все включено уже давно. Ну а что? Теперь папа, добавляем подойди. Красный цвет. Пап, и теперь красную папа. Вату. Я хочу, чтобы наматывал тут вот так. Вот так. Ев, давай. Чтобы ты наматывал классно. О, зеленый еще. Держи. Держи. Сейчас посмотрим, как красный получится. Да. Сахар надо, чтобы сухой был и чтобы он сразу таял. А так как сахар мокрый, а смотри, тут у нас как дождик такой. Вата, она везде, как дождик вот. Идет. Вот смотри, тут все. Папа, теперь... папа, я хочу, чтобы ты классный намотал. Синий сложу на эту палочку. Я хочу, чтобы ты на эту так, палочку. Так, сейчас красный доделайте. Подожди, подожди. Покажите подписчикам. Пап, да. Я хочу, чтобы ты намотал классный потом. Фиолетовый получается татая. Держи. Спасибо. А теплая татая еще?
я чё подписчики? Ну что я могу вам сказать? В принципе, эксперимент удался, только с цветными сахаром не удался эксперимент, потому что они мокрые. Ну, следующий раз сделаем. Красители еще не высохли. Ну, следующий раз, подожди, пап. Ну, следующий раз попробуем. Нет, мы просто возьмем, высушим красители, да. Приготовим папа, вам тройную, папа, да, подожди. Я это не хотела сказать. Мы вам приготовим тройную вату и обязательно выложим свой эксперимент. Мы доведем это дело до конца. Ну, а вам что желаю? Если хотите приобрести такой аппарат, да, вы можете приобрести его, потому что он производит качественную вату, и вашему ребенку это понравится. Да, Ев? Да. Тебе понравился этот аппарат? Бери вату белую, которая у нас получилась, кушай, да. Смотри, она достаточно большая. Покажи, как ты всю можешь сразу съесть. Не хочу всю съесть. Ешь быстрее, пока я не забрали. Давай. Сейчас подписчики придут, заберут. Ну все, давайте прощаться с подписчиками. Пока-пока. Пока-пока. Да. До новых встреч.